Приветствую вас, друзья мои! С вами Антонина, и сегодня у нас Таро прогноз на август месяц и Таро прогноз для знаков зодиака Раки. Прогноз начну с того, что какие события нас будут сопровождать в августе месяце. Ну, начну с того, что коридор затмений, который вот нас держал в каком-то блокираторе, он закончился. Перезагрузка произошла у всех и у каждого. Что-то старое из жизни уходит, а что-то новый этап жизненный эти затмения нас запускают. У вас обратите внимание на то, что вот какие уже у вас, как уже, может, кто-то уже почувствовал, что начинание, может, переезд, может, еще что-то там у кого-то произошло, новые встречи. То есть на все это нужно обратить внимание. И эта программа вот после перезагрузки, она запускается почти на 19-20 лет. И с чем это будет связано, вы уже все наверняка уже почувствовали. Вот. И Меркурий 1 августа заканчивает свое ретродвижение. И снова начинает помогать нам налаживать отношения, возвращается понимание друг друга. Договора и контракты начинают соглашаться более легко. Вот. И с 11 августа Юпитер, планета подарков, благополучия, счастья тоже, да, я его называю Дедом Морозом, он тоже, эта планета была 4 месяца, 5 лет назад, а сейчас идет, начинает прямое движение и становится директным. Здесь тоже начнут поступать большие деньги, неожиданный доход, спонсоры, подработки и какие-то премии начнут выплачивать, то есть как бы подарки. И вы тоже, дорогие раки, это почувствуете. Либо как... Кто, может быть, предложит работу новую, если вы этого ждали, тоже это как-то будет радостно. И всем, конечно, рекомендую, что позитивный настрой способствует отличному самочувствию. К воде вы все-таки раки, даже на речку искупаетесь, вы обновите свою энергетику, пополните себя новой энергией, солнце, вода. И это тоже как обновление, улучшение самочувствия, оно тоже вам как-то будет на пользу. В ночь с 12 на 13 августа будет мощный летний звездопад Персеиды. Любой с падающими звездами обязательно загадывать свои заветные желания. И вы обязательно будете услышаны. В два новолуния, которые в августе произойдут, они тоже пройдут как-то незаметно, а как-то повлияет тоже как на каждого. 1 августа будет новолуние в четверг. Это произойдет как бы под покровительством Юпитера. И тоже здесь какие-то вы почувствуете финансовые улучшения. Может, кому-то предложат новую работу, может, подработку, может, то есть повышение карьерного роста. То есть это тоже как-то улучшит вас, ваше материальное положение, придаст уверенности в себе. То есть как-то с новой программой или вы чего-то ждали, вы его это получите. В плане материальном я имею в виду приобретение автомобиля или квартиры или жилье, там что-то вопросы будут решаться лучше. А с 30 августа новолуние произойдет в пятницу, а пятницей управляет у нас богиня Венера. Любви, счастья, благополучия тоже. Здесь тоже обратите внимание, какие люди рядом с вами будут. Душевные, приятные, родственные по духу, может быть, они вам будут. Это тоже... Как бы обращайте внимание, эти люди к вам подойдут не просто, а для того, чтобы как-то улучшить вашу, ну, скажем, ситуацию или что, подсказки. То есть, в общем, будут приятные встречи, я так скажу. Вот. И нас, ну, все равно настраивайтесь на позитивную волну. Вот. И, скажем, так. Ну и август для раков месяц удачный. То есть, скажем, как удача работает на вас, дорогие мои раки.
планета Солнце, Луна, Марс, Венера, Юпитер, в такие важные планеты расположены к вам блестяще. И поэтому не упустите свой шанс. И все эти планеты движутся по второму дому вашего гороскопа. А это возможности, а это деньги. Здесь карьера. То есть сфера имущества и личных финансов. Для кого-то это появится шанс продвинуться по карьерной лестнице. Что-то, новые перспективы вам или предложения, как повлечет за собой повышение дохода. Для кого-то Венера поможет найти дополнительный источник дохода, то есть подработки или еще что-то. Меркурий, бизнес-контакты, движется по первому дому, а это личность, лидерское качество. И еще и Уран, неожиданные перемены. То есть неожиданно, может, вы вообще поменяете сферу деятельности, вообще перейдете на другую работу, как бы, и вы этого давно ждали, стремились к этому, например, и тут вас одобряют, и вы быстро решаетесь перейти на новую работу. Может, вы резюме отправляли куда-то, и здесь раз неожиданно Уран говорит, что вас принимает на новую работу, или вам будет подтверждена эта должность, и вы очень обрадуетесь этому, потому что совершенно новые сферы деятельности, вообще в другое что-то вы войдете. То есть, либо совершите прорыв в карьере, если стремились, конечно, вот, ну, либо новая работа. Для любовных приключений времени не будет, потому что планеты не зашли в любовные сферы. Поэтому у все будут заняты работа, карьера, бизнес, как деньги. Если кто-то в сентябре отправляется в отпуск, конечно, у всех мысль будет о том, чтобы побольше заработать, чтобы приятно потом отдохнуть и было на что отдохнуть. Вот. А раки, они умеют работать, трудиться. Очень трудолюбивый знак. И мне нравятся раки. Для свободных раков будет, то есть, как бы, ну, и свободные раки, они тоже будут все в делах, деловые. В общем, месяц деловой и активный. Поэтому, ну, не будет настроения на романтические приключения перестраиваться, потому что будет интересно в деятельности, в работе и финансовый азарт прежде всего. Сегодня я приготовила карты Таро. У меня новые колоды карт. Это колода Таро «Колесо года». И какие карты вам выпадут, мы сейчас посмотрим, дорогие мои раки. Принцесса Пентакли. Ну вот посмотрите, вот как не верить в то, что вот только что я сказала, и выпадает эта карта. Принцесса Пентакли. Она сидит и производит полный расчет. Деньги надо туда, деньги надо сюда. И она прекрасно знает, куда надо и сколько, чтобы потом отложить. Ведь у нее здесь сумка накопления. Она распределяет деньги. И сколько денег останется на отдых. Потому что все-таки мы сейчас у тех, у кого дети первые, как 1 сентября уже не за горами будет, нужно будет о школе, о школьных приобретениях, как куда и потратить, чтобы ребенка в школу подготовить, тоже большая сумма нужна. То есть, и вот раки сидят и делают полный расчет. Если как заняты благоустройством дома, вот она сидит, рассчитывает, значит, тоже вы здесь определенно уже откладываете определенные суммы для приобретения чего-то или для благоустройства квартиры или жилья. И тоже думаете, а сколько денег останется на путешествие. То есть, вот эта принцесса сидит и распределяет определенно свои цели, заказы. Она уверенно сидит. Ведь у нее даже деньги на это есть и будут деньги. И на то, что вы задумали, денег хватит. Просто нужно произвести полный вот такой вот бухгалтерию, расчет сделать. Ну, карта замечательная, конечно, вышла. Следующая карта — звезда. Ну, вот видите, то есть действительно, вот эти две карты, они вместе настолько... Это карта звезда, и у нее здесь собачка сидит какая-то вот у раков, верный друг. И они вместе сидят, обсуждают, как...
загадывают желания. Они, наверное, обязательно 12 августа в ночь, тогда, когда будет звездопад, Персеиды выйдут к небу загадывать желания. И у них все это получится. Видите, и они спокойные раки. И уверены, ждут, и что у них все получится, потому что они к этому готовились весь год или долгое время, рассчитывали, все откладывали, что желание их исполнится, то, о чем они желают. Ну, наверное, о поездке на море. И какая третья карта выпадет? Ой, шестерка пентаклей. Ну, все вокруг денег и благополучия. Посмотрите, дорогие мои раки, какие карты вам замечательные выпали. То, что вы заказываете, то, что вы загадываете, все, потому что эта карта звезда, это ваше желание, ваша цель, все исполнится, и здесь денег на это хватит. Вот эта карта, шестерка пентаклей, это, видите, спонсор, работодатель, это выплата премий, отпускные, может быть, но это еще и радостные события, то, что ваш супруг наверняка вам поможет. Как достижение цели, приобретение, потому что он достиг уже финансового успеха вот здесь вот как бы, да, и вам от этого будет, как вам помощь придет, и обязательно вам помогут в достижении целей, вот, и подарки наверняка, это получение наследства, может быть, даже как-то то, что связано с детством, с родом. То есть финансовый успех, финансовое благополучие у вас, раки мои дорогие, обязательно произойдет. И достижение цели вы тоже, то есть и поездки, и приобретения, и новые наряды, и помощь здесь вам придет финансовая обязательно. Такие замечательные карты вам выпали. Но здесь это вот еще карта, она может вот это спонсор предложить вам более успешную работу. Как для улучшения материального положения вы обрадуетесь, конечно, и с низкой зарплаты переходите на большую зарплату. И что скажут еще карты Купидона? Одну карту, одну вы вытащим отсюда. И что? Король жезлов. Ну, это спонсор. Это как раз работодатель наверняка вам. Вы, наверное, резюме действительно куда-то отправляли, и вас подтверждают на повышение по карьерной лестнице или еще что-то. Но так как эта карта любовная, как я запрашиваю, ваш муж вас обожает. Для свободных раков это все же в вашей жизни появится человек, может быть, сначала, который как спонсор в вашей жизни появится, но потом отношения перерастут в более глубокие. Вот. И эта карта все же говорит о том, что успех действительно удача работает на вас, дорогие мои раки. Я вам искренне желаю достижения всех ваших целей, и об этом говорит вот эти карты. Ну, мне так понравилось, как вышли вам карты сегодня вообще. Просто шикарно. План проигрываем, записываем, куда деньги, загадываем желания, или то они уже загаданы, они исполняются, и вы всей семьей, например, отправляете, муж получает приличные деньги, то, что он зарабатывал, и вам денег хватает на все. И вы отправляете в путешествие на море, например, то, о чем вы загадывали. Может, даже за границу на отдых куда-то отправитесь всей семьей. В общем, карты вышли замечательные, и все-таки главная опора у вас, поддержка будет со стороны либо супруга, либо то есть партнера, и помощь и поддержка будет получена. Я поздравляю вас, мои любимые раки, и желаю вам приятных путешествий, отдыха и приобретений жизненных. Люблю вас, обнимаю, целую. Всем пока!